Всем привет! Сегодня у нас, ребят, будет тест вот такой вот медузы. Медузы с талантиком, с разбросом, но сама суть не в таланте, а у нас будет тест именно 12 скилла, благодаря которому герой, на мое мнение, стал еще более имбовый и пользы от него очень много в некоторых локациях. Так, идем сюда, сейчас посмотрим, какие у нас изменения на 12-12. Так. Где там наша медуза? Вот она. Вот, на десятке она накладывает чары на две случайные зоны, наносит 740 урона в течение 6 секунд врагам в этих зонах. Одни чары ошеломляют врагов на 2,5 секунды, вторые уменьшают энергию. То есть у нее две зоны действия, бьет она с руки, по-моему, троих героев сразу, если не ошибаюсь. Также снижает энергию вражеских героев на 100. Кулдаун 8 секунд. На 11 у нее прибавляется всего лишь 10% урона. Но самое главное, что у нее добавляется снижение скорости передвижения вражеских героев на 4 секунды. На 50%. То есть это фактически как замедление. В этом плюс, потому что этот герой используется на демонах, используется на гильдийских боссах, в PvP-локациях. То есть получается еще больше плюс, то что она еще и замедлит. Плюс там ворожаи, плюс некоторые герои, они вообще могут просто не добежать, их просто убьют дальники. На 12 у нее получается плюс 60% еще идет. Чары ошеломления уже 3 секунды, не 2,5. Дальше у нас ничего не меняется. Так, идем смотреть. Вот такая вот сборочка. Героя жизни не так уж и много, всего лишь 135 тысяч. Как видите, надбавка у нас намного больше. Частота атаки 1000, то есть она будет раз в секунду бить. Скорость движения 285. Так, ну разброс снижает энергию на 80. У нас будет стоять ангел для отхила, потому что можем сливаться, урона много, может быть даже отражалкой. Убьем себя артефактом меч молнии, который будет увеличивать уклонение, и также она будет быстрее бить. По снаряге у меня на ней с самого начала стоял безмолвный выстрел, потому что она бьет на 4 клетки, плюс одна клетка еще, она ударит первая. В большинстве случаев это очень спасает, плюс еще дополнительно молчание на 2,2 секунды. Так, в созвездиях она у меня собрана и на уклонение, и на крит сопротивление, потому что я использую в основном ее в забытой и в лабиринте. Так, ну что, поехали потестируем ее в рейде. Если, конечно, мы выживем. Вот, видите, сразу бьет. Отлично, конечно, она шатает, но сливается тоже очень быстро. Так, тут у нас Фрея. Одни стрелки, одни Фреи на базах. Ну, давайте даже такая база. Вот она включается. Как видите, две зоны. То есть, например, в забытой битве это очень хорошо. Там герои стоят кучно, она сразу всех будет блокировать. А по талантикам, конечно, ей неплохо на PvP режимы. Что-то я не понял, сколько там у нее целей. А, 3. На PvP режимы очень хорошо ставить железную волю. Она не станется дополнительной, у нее нет снижения энергии. Она первая ударит у вас. Вместе с Леди Лео такой же сборочкой. Она просто будет офигенно всех шатать. Ну, видите ее. Даже кого-то там, по-моему, и никого не слила. Ну, неплохо, неплохо она бьет. Так, давайте посмотрим на урон. На подземках смысла ее как бы использовать нету. Посмотрим урон в экспедиции. Тоже ее часто беру туда. Смотрим на урон. Ну, урон приличный.
Почти разбирает. Это при том, она не собрана сейчас на урон. То есть там бэвашная, либо даже грубую силу ей прокачать, там будет бешеный дамаг. Так, идем в забытую. Создать команду. Наш Бигфут с исцелением. Так, вот наша химера. Ой, точнее, медуза, говорю, химера. Так, 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 так. Ну, давайте посмотрим вызов. Что она сможет сделать? Вот, сняли, видите, с нее энергию. С таким талантиком. Сняли энергию, душек снял сразу. Если бы была железная воля, без проблем бы затащили. Ладно, сейчас будем еще тестировать. Вот сейчас ее... Скорее всего, мы у него выиграем. Я забытую на этой неделе просто проспал почти всю. Так, отлично. Вот, видите, она ударила. То есть урон у нее офигенный. Конечно, ее тут слили, потому что череп, включенный Анубис, это нереально. Но сама суть использования, то есть она блокирует полностью зонально почти всех героев. Ошеломление, стан, плюс забор энергии на 100. Сейчас мы соберем команду, еще добавим туда Леди Лео. Посмотрите. Так, создать команду. Вот Леди Лео такая есть у нас. Ну, давайте сейчас поставим такую же. И Медуза такая же. Вот они вдвоем будут сейчас. Вот смотрим. Вот одна и вторая. У одной стан и у второй стан. Тут Фрэнки, кто там у нас Гаргул, конечно, оживил их всех. Ну, видели, да, два героя практически убивают, но они не собраны. Они, там только ремки на них стоят. Если бы там в крите они были, они бы пачку вынесли. То есть именно для таких локаций также можно ее использовать на атаке фортов, но так как у нее жизни мало, она будет очень часто... сливаться. Так, давайте тут попробуем. Тут опять же душек снял. Вот они вдвоем. Так, ну череп. Успеет? Нет, не успеет. Вот опять же, смотрите, просто слила. А Леди Лео тоже такая же сборка аналогичная. То есть они просто не успели даже ничего сделать. Плюс замедление, это очень большой плюс на 12 скилле. Ну, капитан Дрейк опять же ничего не может сделать, он бьет, а толку никакого, так как герои, ну, тут нас сольют. Посмотрите, что Леди Лео делает. Жесть. Тоже очень классный герой на 12 скилле. Поменялись две зоны действия. То есть десятка классно, но 12 это дополнительный бонус урон. Плюс у вас добавляются статы героя за счет усиления. Так, давайте теперь посмотрим. У нас лабиринт открыт, по-моему. Да, у меня вот такая вот команда, Леди Лео, также есть и Медуза, они стоят на второй линии, сейчас посмотрите на них в действии. Тут, конечно, не только они, но сама суть, они блокируют полностью, станят и у той стан, и у той, плюс замедление, плюс забор энергии, получается вообще супер. То есть еще и Бигфут здесь есть, еще есть Огнекрыл.
Дрейк, допустим, плюс Повелитель Бури, и у вас максимальный стан, и ваши противники, Малышник, ничего не могут сделать. То есть, а урон каждый герой наносит неплохой. Неважно, какой у него будет талант, но он будет вас прилично сносить. А все вместе, вот видите, пачки просто даже не успевают. Вот высокомерный. Так. Я не помню, он к замедлению, по-моему, тоже устойчив. Но сейчас попробуем. Так, где там наша медуза? Вот такие вот варианты. То же самое на гильдейских боссах. Выпускаете ее. Вот она его полностью вогнала в ступор. И все, и вы себе дамажите уже там сколько. То же самое на гильдейских боссах происходит. А на архидемонах многие ее используют, особенно на тех, которые с замедлением. А у кого нету даже вольта, тоже можно использовать. Ну, там вариантов очень много разных есть. А сама суть, герой бьет не одну цель с руки, а пару, плюс офигенные ее умения, которые зонально бьет сразу по куче героев, снимает энергию, то есть очень много всего. Плюс, конечно, вот это вот замедление 50% раз в 4 секунды, это очень большой плюс. Сразу 50% у вас снимается. Ну вот первый этаж мы еще высокомерно можем пройти, свыше 10-го, там уже просто нереально. Ну и плюс увеличение получается, плюс 0,5 секунд. Вот так вот. Поэтому герой реально старенький, но имбовый. И 12-й скилл, как и Леди Лео, дает очень большой плюс. Поэтому есть смысл качать, тем более, если есть у вас возможность. Для PvP режима она очень решает в забытой всех остальных. Вот так вот. Все, 10. Все, пишите комменты, как вам такая сборка. Ну, сборок очень много разных есть. Ремку можно поставить Железную Волю, Бог Войны, там Бастион. Главное, чтобы там ремочка, она сразу включалась, плюс Победный Выпад, чтобы быстрее других ударило. Дальше на одну клетку, и в принципе все. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.